Сегодня у меня такой завтрак. Это по рецепту, как я уже показывала, бюджетная капуста. Там у меня есть ролик. Только это с молодой капусты. Я ее не проваривала, хотя можно было немножко пробланшировать. Но я так ее. Вот. И сделала заливку. Я добавила, в общем, 2 яйца небольших, 100 грамм. И добавила 10 грамм цельнозерновой муки. Можно было и не добавлять, но добавила трошки, немножко воды. Все это перемешала, и вот эту капусту залила, и на 4 граммах масла, можно растительное, можно необыкновенного сливочного, на каком хотите жире, вот, и с помощью этой тарелки перевернула, ну, вот такое получается. Можно взять там немножко меньше капусты, или там одно яйцо, не добавлять цельнозерновую муку, положить в середину грибы, там помидоры, можно кусочек филешки, ну, может будет немножко калорийней, но будет вкуснее. У меня просто ничего такого не было, вот капуста, яйца, сегодня такой у меня завтрак. Мой завтрак составляет 275 калорий, если добавлю кофе с молоком, то будет примерно 300-310. Привет, девчонки, приехала я на свою тренировку. Хочу вам показать, что я раньше, когда вставала на эскалатор, я держалась двумя руками, а теперь я могу спокойно на него встать. Вот вторая рука, ну, одну я держу телефон, одно это и еду, вот поднимаюсь я спокойно, не переживая, что я упаду. А раньше нужно было держаться, меня шатало со стороны в сторону. Я сегодня на тренировке, ну, не оттренировалась сегодня по минуте, что-то колено хоть немножко разработала, но все равно, короче, что-то оно у меня с места сдвигалось, постоянно так больно, пока на место поставлю, полкруга сделала и все. На полу это не для меня, тяжело, не то что тяжеловато, но уже такие упражнения, не знаю. Вроде ничего особенного ногу поднимать, она же у меня не выравнивается. И когда встаю, она соскакивает. В общем, не получилось сегодня нормально потренироваться. Всего полкруга по минуте. Маловато. Ничего. Завтра приду, оттренируюсь. Пришли опять в секонд-хенд. Сегодня самое дешевое. Так, полазим. Надо что-то делать. Походим, посмотрим. Ну вот, пришли. Сейчас что-то выбираем. Хорошо, померяю. Ну все, девочки. Это я не тебе, я ж брюки показываю. Вот. На огород. Может, и так можно будет выйти. Так, немножко прикрыть. А так еще. Как вам? А кофта маловато чуть-чуть. Тут-то ничего так. А попе все бачит тесно. Мне так понравилась эта кофточка, но как же мне вам ее снять-то, господи. Видите, и тут она как-то, она тут должна быть вот так под горлышко на кнопочках, но она маловато. К сожалению, то, что нравится, он в руках тесно. Руки толстые, а так было бы неплохо, если бы чуть-чуть шире в руках. Но я с руками ж ничего не могу сделать. Так было бы хорошо, мне так понравилось. Жаль. В руках тесно. Ну вот, все не возьмешь. Видите, как руки висят. Гули какие. Ничего не сделаешь. Надо прикрывать. Бабушки заморились. Пришли таки все-таки попить капучинка. Людей сегодня много. Деток много. Сегодня день вышиванки. Много молодежи. Люблю красивых стаканчиков. Но сегодня подали так. Таня, вон, мохито. Обыкновенная минеральная вода с сиропом. Красиво выглядит. Пришла домой, уже почти 4 часа, что-то я сегодня загулялась. Что я купила? Вот кошкам корм купила, считай, на 48 гривен. Ряженка йогурт по 13,50. 3 огурчика купила
потом пирожки к ряженке, ну, это не мне, конечно, хлебушек, вот, и сулугуни захотелось, ну, а то дрожжи. И, наверное, я обедать не буду, потому что обед мне нужно еще готовить, поэтому я сейчас съем эти три яблока, посчитаю, сколько там будет калорий, ну, я покажу вам позже. Ну, так, практически ничего такого не покупала. Ну, вот такая настойка у меня остыла. Сейчас я ее поставлю в шкаф и тоже стоит пусть недельки три. А потом я цветочки процежу, а раствор буду добавлять в чай. Это то, что я вчера делала. Я думаю, вы поняли. Ну, такой будет у меня сегодня обед. Потому что так получилось, что уже 35 минут пятого. Нет смысла даже уже обедать и готовить его. Уже плотнее покушаю вечером на ужин. А это у меня здесь 350 грамм яблок, 25 грамм сыра сулугуни. Он даже уже укусила, начала кушать. Вот, и попью чай. Поставила, чтобы кипятился. Будет там 15 грамм меда с одуванчиком, лимон и мята и ромашка. Вот, такой будет у меня сегодня обед. Вот, 270 калорий. Ну, перекус я посчитала капучино, там 250 грамм без сахара. И ужин потом отдельно. В общем, все запишу в приложении, посмотрите. Кому нравятся мои видео, подписывайтесь, оставляйте комментарии. Так, все, буду обедать или перекусывать. Ну, в общем, буду есть. Хочу себе приготовить ужин. Ну, кабачка нету, всего тут чуть-чуть, все два кабачка. Ну, я его перерезала, вытащила серединки, там его получается 145 грамм кабачка, 50 грамм филе, 20 грамм кускуса, 40 грамм обезжиренного творога. И взяла таких, у меня больше нету, два листа типа капустных, потому что было бы больше кабачков, то я бы это все в кабачки положила. Сейчас я перемешаю филе, кускус, творог. Добавлю специй, вот, и начиню кабачки, и заверну немножко капусту. Ну, как завернется, потому что больше другого ничего нет у меня. Так бы я в кабачки все положила. Вот, и вот это все, что сейчас перед вами, 200 калорий. И сейчас я это все сделаю, посолю, поперчу, добавлю специй и посмотрю, может, еще чего-то добавлю, тогда вам расскажу. Ну, я думала, что не влезет, все влезло. Не знаю, что оно получится. Положила на капусту. Сейчас немножко добавлю воды. И, наверное, накрою фольгой. И в духовку на минут 30 или больше посмотрю. Потом покажу, что получится. Ну, вот такие кабачки они получились у меня. Я знаю, что можно их ставить там и томат со сметаной разбавлять и делать. Их тоже очень вкусно получается. Это, ну, вот мне захотелось сегодня именно так. Сейчас попробую, не знаю, вкусно или нет. Потом поделюсь с вами. В общем, вот таких два кабачка. И захотелось мне кусочек селедки с черным хлебом. Вот там 25 грамм хлеба и 18 грамм селедки. Оно так как-то то увеличивает, то уменьшает. Как-то все не показывает не так, как на самом деле. И еще 250 грамм у меня здесь йогурта фруктового. Вот, и весь мой ужин составляет 450 калорий. За целый день получается 1115 примерно. Я не выбрала свой калораж. Может, еще чего-то захочется, не знаю, то я чуть-чуть погрызу, но уже писать это я не буду, потому что не будет когда. В общем, всем спасибо, кто досмотрел мое видео до конца. Сегодня вот так прошел мой день. Вот, я с вами прощаюсь. До завтра. До свидания.